Приветствую на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Ведьмак первый. Блин. Уже жду и дождусь, когда он закончится нахрен. Потому что уж сильно бегать приходится, туда-сюда мотыляться. Этот изменяет, тот предает. Господи, мне это все надо, что ли? Как она может так ко мне относиться? Так, я где? Я в деревне. А чё я тут забыл? Так. Красавчик. Мать его, а мне надо этот. Может, я должна встретиться с ним? Где ты, падла, пекарь? Принесла нелегкая. Хотя подождите, подождите. Вот вообще ни хрена не так. Так. Альвин. Я сказал Альвину, что лучше стать рыцарем. Так, парнишка, так. Интересно, что с ним станет в будущем. Дантист купил зубы зверя, хотя ничего так. Ведьмачьи секреты, казалось, так саламандру поддержать. Так. Доспехи мне нахрен не нужны. Игра в кости, кулачный бой. Вот обещала меня одарить свое время. О. Да блин. Так. Вот так вот. Я из-за тебя, блин, что-то там повыкидывал всего. Ингредиенты. А что мне? Где ты? Еда. Нет, 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 мне надо особая, особая, где она? Я покупал же только что. Му. Знаю, что не то. А реально, смотрите-ка, не купил, что ли? Не было места. Да, не купил. Ну ладно, мне она не нужна, поди. Кого надо убить, я и так уже прихренакал. Мне вот эту голову бы сдать. Возможно, никто не берет сюда. Так, в поле мне надо туда? Нет, в поле мне туда не надо. Солтес. Как отнош... Надеюсь, мы поступаем правильно, вступая в этот союз. Никогда нельзя доверять рыболюдям. Ничего страшного. Так. Ну, по крайней мере, союз я вам организовал. Все. Дальше уж. Прощай. Дальше уж сами. Не, блять, это ловчую башку сдать. Гость на свадьбе. А, кстати. Где эта тварь? А что мне? Ай-яй-яй. Селины нет. Так. Ты иной. Как интересно. Подожди, не сюда. Блин, реально уже не знаю, что здесь. Почему все так бестолково тут поставлено?
Дверь дом Алины, дверь дом Сильины. Ее нету, ладно. Я устал. Надо сначала в эту в таверну сходить к женишку. Узнать, что эта скотина там определилась или нет. Так. Гость на свадьбе. Вон он, Юлиан, тварь ты такая. Я к тебе бегу. Животное. Рад тебя. Что произошло? Алина отправилась погулять в поле и до сих пор не вернулась. Я с ума схожу от... Хорошо. Благодарю. Так, а где у меня проход в поле? Так, это что у меня? А, вот. Прям вперед и беги. Дорога к полям. По полям, по полям. Синий трактор едет к нам. Привет, Геральт. Ожерелье все еще у тебя? Я его все время ношу. У тебя все еще бывают как? Когда я сплю днем, нет. Можно мне про них не рассказывать. Мне... Это просто сны, Альф. Так, падла, ты опять не мешаешь тут. Ну-ка. Полуденница. А где тебя искать? По полям она решила погулять. О, труп. Мы уже читали эту книгу. А где тебя искать-то? Да подождите вы. На. Вроде бы все. Где эта рыба вонючая? Рыба, рыба, рыба. О, груша. Нахрен. Стоять? А ты что здесь делаешь? Я еще, блин. Ладно. О. Труп. Ага. Да я-то тут-то по делам. Ищу тут одну безумицу. Но она должна быть мертвая, только я не помню где.
Блин, господи, как давно я в нее играл, в эту игру. И тогда мне она не казалась такой длинной. Думал, вау, там это... Ну, хотя, правда, я никуда и не спешил. День и ночь играю в нее, да и все. Читай, все. Сюда? Нет, не сюда. Пришел. Это вроде она, только уже превратилась в полуденницу, что ли? Что ты мертва, Алина. Ты лжешь! Я вырву тебе глаза! Но... На! Покоя. Так, и чё, у меня никакой записи нету. Опять куда-то ушел. Блин, опять анимация. Все, понял. И это правильно, значит, побрел. Ты убила мою возлюбленную Алину. Я не хотела. Ты всегда ей завидовала. Умри, убийца. Это вот как оно было. По-моему, так. Ведьмак, ты слышишь меня? Ты не человек и не призрак. Смертный, которого преследует смерть. Кто ты такая? Проклятая душа, обреченная вечно скитаться по миру. Кто проклял тебя? Я сама, когда убила собственную сестру Алину из ревности. Господи, так вот она убить. Лина? Любовь и солнце не для меня. Оно так жжет. Каждую ночь я пою свою печальную песню. Видимо, кто ты? Прок, кто? Я. Любу.
Так. Что? Так, ритуал магии. Мать его, куда бежать? Где выход? Малинник. Даже не знаю, мне нахрена она малина-то нужна. Ладно. Мне сейчас поговорить надо. Ага, все правильно, все-таки бегу. Так, вот так вот меч пониже. Вот сюда. Дорога к деревне. Это кошмар, конечно. Сестра сестру, как понимаю, убила, что ли? Да? Спрячь свой кинжал. Она убила Алину! Мою Алину! Я ее больше никогда не увижу! Что мне делать? Селина убила свою сестру? Она призналась. Они ссорились, и Селина толкнула Алину. Моя возлюбленная ударилась головой о камень. Это несчастный случай. Селина сказала мне, что-то на меня нашло. Селина завидовала Алине. Алина не умерла. Она превратилась в полуденец. О, какой ужас! Только не наделай глупостей. Да? Адам. А как мне выглядеть? Моя возлюбленная летает по полям и пугает людей. Как? Ты прав. Так. Задание обновлено. Какое задание? Так, сестру из ревности. Так, а мне предстоит принести Юлиану эти прискорбные вести. А, ну да. Кому ж, как не мне. Ой, блин. Игра наполнена драматургизмом. Ну, фишка вот в том, я точно помню, что его не надо сдавать, потому что если мы его сдадим, то в следующей главе нам придется его забирать из тюрьмы. Вот это вот я хорошо помню, потому что накосячил так. Первый раз, думал, сдам, думал, сделаю хорошее дело. Я могу чем-то помочь? Так, кто у нас здесь? Трактирщик. Гер... Я должен был... Ты ее нашел? Да. Чудесно, с ней все в порядке? Лучше присядь и выпей чего-нибудь. Алина мертва. Она превратилась в полуденницу, в демона. Мертва? Я понимаю, что это очень тяжело. Но мы не можем оставить все как есть. На поле начнут гибнуть люди, если я чего-нибудь не сделаю. Ясно. Сделай все, что сможешь. Я заплачу. Серебряного гроша будет маловато. Сделай все, что нужно, ведьмак. Постараюсь не забыть. Знаешь, я верю в разум, а не в богов. Но я молился Мелителе, чтобы встретиться с Алиной. У меня были плохие предчувствия. Ее убила Селина. Возможно, случайно. Как? Это, вот Адам, вот не надо ее сбивать. Это... Как погибла Селина? Точно сказать не могу. О боги, это ужасно. Сколько боли и страданий. Разве они... У меня нет ответа на этот вопрос, но я сделаю все возможное, что... Так, а вот теперь мне обратно идти. Давай. Там против призраков, по-моему, не надо, нет? Единственное, что-то, что я недалеко от всего этого. Столько всего понавешано.
Весь в мечах да топорах. Волки вдалеке опять вон они. Так. Хреново, что метку нельзя ставить. Так бы поставил бы метку и уже там. Так. Так, а я вообще туда бегу-то? Мне нахрен надо делать, а как завершать? Так, в судьбе Алины, но не упомянул о том, что в деле замешан Адам. Мне надо найти способ освободить призрака Алины. Может, мне поможет кто-нибудь, кто сведущ в народных преданиях. А, то есть... То есть не с мечом наперевес сюда бежать надо? Земля, из колосьев посыпается зерно. Я убил ее. Так. Вот еще полуденница. Что-то надо, вот где-то бродит не там, где надо. Ну, вроде я ее упокоил, и на том ладно, да? Пойдем. Расскажем это. Это поди еще какой-нибудь обряд нужен. Эта игра вообще какого года, я не помню. Больше 10 лет прошло. Это точно знать могу. От этой игры. Когда в нее играл. Ох, считалось-то классно. Единственное, что да, действительно, надо читать, все вот это обдумывать, думать. Бегать туда-сюда, искать нахрен. Но на тот момент времени много было. Ни работы, ни заботы. Блять, опять этот лютик. Гет. До свидания. До свидания. Так. Кстати, а может мне на речку сходить? Ты стареешь, бабуля. Так. А кто сведущий-то у нас? Ага, стоять. Вот кто у нас сведущий-то, блин. А я чуть не ушел. Мне нужна твоя помощь по духовному вопросу. Можешь мне довериться. Я не знаю, как отослать дух Алины. Алина была пустой идиоткой, погруженной в себя. Ей досталось редкое и могучее зеркало Нихалены, которое когда-то служило пророком и оракулом, так как оно хоть и заумно, но безошибочно предсказывало будущее. Алина часто обращалась к зеркалу. С вопросом «Яль на свете всех милее».
Я знаю, что зеркала на Халены бывают двух видов. Зеркало Алины было разбито. Если ты восстановишь его и покажешь Али... Спасибо. Так, а вот где, по-моему... Я должен найти в поле осколки зеркала. Так, минутку. Эх. Зеркало, значит, зеркало. Поле искать надо. Ой-ой-ой. Да. Сколько осколков-то я не помню. Сколько осколков надо будет собрать? Ладно. Ну где? Труп. Все не то. Костер. Опять не то. Надеюсь, отнимать там ни у кого не надо будет. Забил. Осколок так взять. Ага, все понял. Ага, подождите. Блин. Ну ладно, хрест. Да отойди, грёбаный парень. 2? Как ты? Я играл с Шани. Что было? Шани. Понятно. Нет. Я по. Они. Я из папа. Пошел ты в жопу, блин, буду... с тобой разговаривать. Да. Так, а она же вроде как-то не полуденница, как-то по-другому же вроде, да? Была бы просто полуденница, было бы слишком просто. Опять виверна. Вот она, полуденница невеста. На.
Давай. Вот так. Так. Не все. Где-то еще есть. Так. Блин. Вот у меня поход-то. Ну да, мы сейчас игру не свернуть, блин. Ласточки на зелье, подождите. Подождите, а где тут ласточки насели? А, вот оно. Все, понял тебя. Подожди. О, какой-то огонек. Опа! Вот она, невеста, полуденная невеста. Вот так. Ну давай. И сейчас не все готово. Вот же случайность. Вон она. Давай. Прекрасно. Мы прекрасно снесли головы. Так, подожди. Сколько их надо-то? Это правильно. Верно опять. Вон, у свечей друидов. Сейчас мы тебе наковыляем. И на. Вот так. Берем, берем с ним все. Все, теперь можно идти показывать ей. Геральт! Я же просил тебя спрятаться. Я... Знаешь, Геральт, я слышу голоса. Они мертвы. Геральт, что я такое? Меня многие боятся. Нет в тебе ничего злого. А эти люди... Ну, я хочу, чтобы люди меня любили. Так, предназначение — это еще не все, Алин. Мы сами вершим свою судьбу. Предназначение — это еще не все. Спасибо, Геральт. Мне всегда... Так. Блять, опять за мной увязался Каздина. Так. Мне теперь надо к дереву идти, к этому. А где она?
Ищем это дерево. Вон оно. И ведь не можешь через эту канаву-то спуститься, мать его. Иловайский! Мать его. Кстати, Иловайский — это фильм то ли Белянина, то ли Шелонина. Трилогия книги. Хватай Иловайского. Ну и тому подобное. Там интересно, в общем, вам понравится. А мне-то куда? Где она? Блин. Подожди. Он что-то там сам по себе бегает. Где-то тут должен быть костер. Хрен у нас там костер. Так, зеркало. Подождите, зеркало-то я собрал. Что мне дальше-то делать? Я нашел себе так, но прежде чем показать их. Зеркало необходимо восстановить. Нужно найти ремесленника, который мог бы это сделать. А, все понятно. Тогда бежим в деревню, конечно, конечно. Так, там что-то сверкнуло. Подождите, ну-ка, куда мне? Небольшая ферма. Нет, это мне не туда. Мне вот сюда надо. Лачуга отшельника. Подождите, а где эта лачуга отшельника-то? Чуть налево, чуть направо. Блять, правильно бегу, вроде бы как. Так, ладно, давайте к отшельнику сначала сходим. Сомневаюсь, что он там прям зеркала делает. Королевство кривых зеркал тоже мне. Ну ладно, раз у него тут светится, высвечивает. Чем мог? Да, я кое о чем тебя хочу спросить. В чем дело? Кто лежит под курганами, которые стоят возле твоего жилья? Это могилы рыцарей, которые умерли в служении владычицы за много веков. Гавандер защищал ее честь против рыцаря Черного Черепа. А кто лежит под пятым? Последний курган пуст и ожидает Спасибо. Так. Ни хрена не сюда. Я же говорю, сомнениями я беру, чтобы отшельник, да, зеркала делал. В деревню надо идти, наверное. Либо к водяному, все-таки с водой будет связано. Круг зимней бури. Блять, и ты опять здесь. Так, выход к деревне. Направо. Давай, зеркало чинить надо. Потом магии не надо его наполнять ни на какой
осветить там, ну, или тому подобное. Это ни хрена меня пустило там прогуляться. Давай, 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 давай. То ли это баг, то ли это действительно так сделали, чтобы когда с мечом он в разы быстрее бежит. Не влияя, кстати, на выносливость. Долго бежать. Сука, ее вот не может же пробраться-то. Ладно, раз мы мимо таверны побежим, мы все равно в таверне пойдем поспрашиваем сейчас. Это вороны или вороны, как правильно? Гуси, га-га-га-га-га-га. Гуси-гуси, га-га-га. Есть хотите? Да-да-да. Геральт? До свидания. Лютик. Бэва. А у вас какой-то девица тут. Мне пора. Так, играть я не буду. Ладно, сейчас к ведьме зайдем тогда. Кстати, если бы мы ведьму не спасли, у нас бы здесь была безымянная ведьма. А не наша знакомая, которую мы дрюкаем. Да. До встречи. Кузнец, кстати. Хотя какой нахрен кузнец? Дорога к берегу. От вас одни неприятности. Собака Альвина. Эй! В чем дело? Я слышал, как ты говорил с моей женой. Не хочешь расставаться с обольстительным демоном? Моя жена преувеличивает насчет этих шалостей. Ведьмак, ты мужчина. И что ты предлагаешь? У меня есть решение, которое удовлетворит всех. Я знаю, что есть заклятие, которое может на какое-то время усыпить суккуба. Моя благоверная успокоится. Мне вообще-то другое тебе надо. Ты сможешь? Да, господин. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Так. Две сестры, короче, померли. Ну, пойдем. Проведем денек, хрен пойми как. Полуденницы? Чушь. Ой, 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 подожди. Так, увеличивать силу знаков. Ну вот так вот. Позор. Ой, а это у него в игре, я думал, у меня на мониторе. Так, ладно. Где ты? Люблю свадьбы.
Ты стареешь, бабуля. Давай. Добро это. Идем к кузнецу. Да? Я пришел. Вот, прошу вас, как? Вот. Приехал издалека, никакой свадьбы. Все, проход к полям теперь. Вот такое вот у нас задание. Ну, блин. Долго бежать. Это не там, где ассасин быстренько. Оп, оп, все и сделал. Нет. Да и Джеймс Бонд, кстати, закончился, да. Последняя партия, эта серия. Вообще прикольная была. Правда, гонки меня бесят. Ну, а в принципе, ничего такого сверх хрена кого там не было. Где это гребаное дерево? Вон оно. Да блять, кто так строит-то? Хрен доберешься. Полуденная невеста. Иди за полуденницей. Иди за мной. Алина, посмотри в зеркало. Алина? Посмотри внимательно. Это... Так романтично. Я Алина. Теперь я помню. Мне нужно спешить. У меня скоро свадьба. Да куда ты спешишь? Алина, ты мертва. Почему ты так говоришь, ведьмак? Я отлично себя чувствую, только немного холодно. Странно. Здесь жарко, как в аду. Мне надо найти корзинку. Мне надо собрать малину для возлюбленного. Геральт, а почему дух Алины не хочет уходить? Я чувствую, что сейчас она счастлива. Возможно, просто зеркало не Халена недостаточно для того, чтобы снять проклятие. Однажды я слышал легенду о полуденнице, которая не хотела выходить замуж за Нильфгаардца. Легенда, говоришь? Наверное, стоит расспросить тех, кто разбирается в народной мудрости. Геральт, а ты кого-нибудь... Я... Жалко. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, и мы узнаем, как мы избавим нашу полуденницу от проклятия. Пока!